Так, друзья, ну что, всем привет. Продолжаю проходить Empire of Sin. Немножко вне кадра побегал, просто разведал эту территорию. То есть у меня были районы, в которых я вообще не бегал. Вот, то есть вообще там, то есть даже просто значок такси был, даже не было понятно, какие там фракции располагаются, да. Нашел вот район военный, немножко по выпивке я тут подшуманил, так сказать. Сейчас очень много алкоголя уже производится. Полиция Чикаго много забирает теперь. Чем больше производят, тем больше они забирают. Вот, собственно, давайте поменяем сразу здесь предпочтение, чтобы все четенько было. Маленькая Италия. Так, что, давайте по производству добьем. Карашина Пирси улучшается. То есть, так, рыбацкие принадлежности. Так, это элитка. Так, перейдем на элитку. Первый сорт тут улучшается и обычный. Все, в принципе, здесь улучшается все. Здесь давайте улучшим, чтобы потом при необходимости переключаться на нужный нам алкоголь. Нужно это для того, чтобы заключать сделки. То есть, если я заключаю сделки на виски. Мне сейчас минус 30 первого сорта и минус 19 виски, то есть виски надо прибавить. Так, пойло у нас до хера производится. Пойло здесь. Пойло в обычный переключим. Ага, здесь тоже пойло. Так, здесь переключаем. А теперь... Ага, первый сорт не хватает. С обычного на первый сорт можем? Можем. Так, в плюс выровнялись, и теперь надо с элитного на виски. Элитные виски. Двигатели, давайте здесь прокачаем. Магазин, двигатель и хранилище. А, у нас денег. Все, ну то есть смысл в этом, чтобы алкашка у нас была в плюсе. Давайте пока раз... А, я сейчас, у меня денег нет, то сейчас знаете, как сделаем. Раз алкашки у нас просто хоть жопой пей. Мы сейчас сольем почти весь алкоголь, оставим здесь, не знаю, я оставляю, но нужно ли оставлять, я не знаю, потому что оставляю какие-то все равно остатки, чтобы заведение обеспечивались алкашкой, не знаю, может под ноль надо все продавать, но я все-таки оставляю. Логичнее было бы делать так, по крайней мере, на 77 тысяч. Я киском. Вот это бабки, да? Теперь бежим захватывать. Сейчас надо захватить два вот этих больших завода, даже три, один средний, два больших, и разместить там свои пивоварни. Давайте в захват идем. Я не помню, по-моему. Давайте. Сами разберемся. Абори! Вне записи я еще добавил одного гангстера. Вот эту бабу, которую я хотел добавить. И уволил. Не помню, что в предыдущих сериях было, поэтому затрудняюсь ответить. Так. Вот эти все у меня ребята, по-моему, уже были. Эр точно был, он уже со мной несколько серий бегает. А Натали Уоррен, не помню, был. Ну, по-моему, она была у нас уже снайпером. Так, давайте ее ставим наблюдалово в проход. Они по-любому сейчас побегут в ближний бой. А, давайте забахаем танком себе. Так, пулеметом. Давайте добежим до сюда. И тоже в наблюдение встанем. Вот, вот эту дамочку, Доти Бейкон, она очень мощная, у нее очень много здоровья, плюс у нее как-то пистолет там есть пиздатый. А, ну я ей дал автомат Томпсона, который выменил у... Скажите, кого? У боссов мафии. И ей вручил. И Эльзи Уильямс появилась. Не знаю, была она в прошлой серии или нет, уже не помню, честно. Вот, и тоже к себе, так сказать, прибавил. Хороший тоже головорез, тоже много хп, а много брони, если ей бронежилет хороший, да. Ну да, вот ближний бой, как ожидалось сейчас. Отработало, да? Окей, это... Dead on the street! Попался, дружочек. Time to waste these idiots. Блин, и все, наблюдение упало. Аль Капоне по щам получит. Ну да, с молотка поебал и схватил. Time to waste these idiots. Надеюсь, они не будут стрелять.
А нет, не выстрелит, у него еще есть. Но благодаря тому, что я забахался защитой от пуль, дэмэдж не пришел. Это че? Coming at you, loser! Он просто решил две клетки передвинуться. Сейчас Аль Капончик вот всех тут. Ебать, тут зачистить можно, да? А если огненный дождь? Ну, как-то слабо, я их всех вынесу. Давайте зачистку ебанем. А секрет потом... О, нихуя себе, смотрите. Одного убил. Давайте будем добивать. Dead on the street! Его хочу тоже поменять. Почему? Потому что он зеленого ранга. То есть... Закончу бой, я объясню, почему я хочу его поменять. Сам деле он хороший, точный врач. Но вот с рангом у него немного проблем. Кроме того, что другие гангстеры намного перспективнее выглядят на его фоне. Давайте здесь пропустим. Сейчас он сходит, что он пробежит максимум все. That's it, you fucker! И добиваем его. Эльзи выглядит. Вот видите, она делает сколько тут 5 шотов или сколько. That's right. Excellent. Of course. That's right. That's what I'm talking about. Так, смотрим, давайте сразу ее улучшим. Это пойло нам производить не надо. Сейчас я объясню. Смотрите, почему. Вот он, врач. Alright. Зеленый. У него меткость хорошая, да, но потому что я тут как бы... Я даже ему ничего не давал, у него просто, в принципе, меткость хорошая. Вот, но... Ранг у него, видите, то есть, третий ранг. Есть врач, вот. Hello! У нее ранг уже пятый. То есть, просто надо вкачать шестой. И она со снайперской винтовкой будет, ну, просто жесть, что творить. Вот, хотя он не со снайперской, с винтовкой, он с обычной винтовкой. Она, в принципе, hey, с обычной винтовкой идёт. Hey, three of а по умолчанию, но есть снайпер, потому что у него, как бы, в принципе, стоит. Базовая метка с 90, там, один предмет. Можно ей взять. Или вот врача еще можно hey. Взять. Даже можно взять вот этого ранга. То есть вот этих я не буду брать, смысла нет. Вот этих, естественно, тоже смысла нету. Так как денег хватает, я буду приходить на вот этих ребят полностью сейчас. Hello. Взять. Вот она стреляет какими-то дротиками, не знаю, тут что-то, ну как-то мне не, это не очень. Эти вроде, бля, одиночные, ну сколько она тут урона нанесет? 20 урона. Плюс 25 критическим урона. Ну даже если она 50 нанесет, 50 за один выстрел, то очень мало. То есть ей надо снайперку давать, у нее базовая меткость 85. И у нее вкачан, естественно, ранг только... Во-первых, у нее доступны эти ранги, то есть ее можно прокачать, а вот этих ребят нельзя уже прокачать этих рангов, у него максимум 4-й ранг, у них по умолчанию уже вкачан 4-й, и 5-й, 6-й доступен, то есть можно их прокачать бы, а у этих вообще сразу же 5-й доступен, естественно, они стоят очень дорого, вот, но в принципе у нее отношения с вот этой бобиной, и она любит вот этого еще афроамериканца, плюс у этого чувака, не контактируется с вот этим, то есть его в любом случае надо убирать, если я добавлю ей, ну, два врача, я не знаю смысла ее добавлять или нет, хотя у меня пулеметчиков и головорезов хватает, раз головорез, два головорез, у меня стрелок есть, потом у меня еще вот головорез есть, плюс я сам танк не херовый, как босс, вот, соответственно, и можно два врача, два снайпера взять, одному дать просто винтовку, а второму снайперскую винтовку, вот, либо взять ее и взять этого чувачка. Да? Или взять его. Hey, boss! У него тоже сотка меткости и что он будет творить с винтовкой. Замедление. Это непонятно. С вероятностью 50% наносит 1 единицу урона при использовании винтовки. Что за 1 единица урона кому? Броне? Или что? Это вообще непонятно. Ну, у него 90 hey, хп. Трилит, это рокас. То есть выгоднее hey, взять ее, потому что, во-первых, у нее 110 плюс 40, да? Hey. А здесь 120. Его не очень hey, boss. Мало хп. То есть как у вот этого. Но я ему броню дал хорошую. Вот. Думаю, сделать в будущем так. Так, это улучшено, да? Осталось... Что они хотят? У нас 95 первого сорта взять. Давайте. Нормально, плюс 17 у нас сейчас, вот еще одно большое задание, бежим.
О, убежище раскрыто, отлично. Уже, кстати, пока бегал тут, ну, особо ничего не делал, у меня убежища как-то автоматически стали раскрываться, не знаю почему. Кстати, я могу что-то обменять, сколько у них, 2000? Что-то я как обменялся с ними, у них ничего нового не появляется. А где снайпер, куда быть? По-любому должна быть снайперка какая-то эпическая. Ни у кого из боссов ее нету. Может, снайперка только падает. Да, нету снайперки хорошей. Да. Так, короче. Чё, он один? You got it. Давайте все толпой. И, думаю, на босса пойду. На босса сейчас знаете какого покажу вам? А, мне известно, во-первых, у меня с ней вот хуёвые отношения с этой. Я не знаю, где у них база находится. А, я знаю, где у нее база находится, где у него и у него. То есть три босса и самые хуёвые отношения вот с этими двумя. И вот этого я буду убирать первым. Что у них тут? Угроза, рейтинг, вся хуйня. Лос Серас. Это они? Нет, это церковь Сити. А Лос Лусерас это чьи? Ага, это вот бабуля. Это еще какие-то мелкие заведения. Нужно больше клиентов. Так, тут все норм. Конечно, надо проверять. $20. Нет. Если долларов 200 в неделю, я бы еще подумал. Так, давайте большое. Что тут? 70%. Давайте раскидаем их. I'm on it, boss. Get this. Talk shit, I'm done for. Dead on the street. Соточка просто. Так. По идее, у снайперки должен быть уровень 100+. Они вот эти смешные, блядь, циферки. Так, она что-то подобить максимально. Печально. Ну вот она 75 урона наносит. В принципе, not bad. Издевайтесь, ну, давайте ей забафаемся, потому что вдруг стрелять будут. Они сейчас будут, скорее всего, как всегда, в ближний бой бежать. Потому что вот эти нейтральные бандиты, которые не относятся к фракциям, да, каким-то мафиози, они именно почему-то идут в ближний бой всегда. Пытаются добежать быстрее молотком по башке наступать. Нормально. Он меня не попал, а я его шотнул просто с револьвера. Вон он уже с молоточком стоит, что-то хочет тут. Да, мало ли что. Забежит. I'm fucked! Добиваем там уже этого, блядь. Я один останется. Shit, I'm done for! Так, чё ты? Куда можешь смотреть? Ну давай сюда. И сюда. И сюда. Ну, может его добить. И всё. Ух ты, да, промазал. Так, давайте ее сразу тоже же улучшаем. Так, и все, эти здания малые, это средние. Не, давайте на босса уже, что-то как-то поинтереснее все-таки. Хочется с боссом повоевать вот с этим. Объявляем войну. Shit. Где у них находится, во-первых, убежище, это надо посмотреть. А было сначала к ним телепортнуться. Угу. Что у них тут? У них большое казино, кстати, есть. Это на самом деле еще шляпа полная. Здесь есть таксир. Давайте сюда. Захилим ее. Help over here! Танк. I'm fading, boss! Потерять. Так, что тут такое? Благотворительное доброжелательное обращение жителями Чикаго Лу привело к вам внимание местного клуба. Они не спешат записывать ваши свои ряды, но иногда заводят разговор о ваших делах, по которым
на которые они жертвуют деньги, похоже, если вы поступите так же местные, так, дать 5000 долларов, улучшает прикрытие заведений в Чикаго, минус 2 главного слоя. 5000 баксов, что жалко, благодарность. Ну, вроде жадность не получил. Ну, если за 5000 надо еще и, блядь, так-то это, воевать. Gotcha. Давайте сохранимся, а то вдруг там сейчас... Чайшее сопротивление какое-то. Gotcha. Давайте сейчас посмотрим, что на черном рынке. Так, автомат Томпсона есть. Есть какая-то броня. Боксерские перчатки, обручальное кольцо. А, кольцо с бриллиантом. Ну, хуйня полная. Откровенная шляпа. 62%. Ну давайте, даже интересно. Как мало у них всех броня. Происходит почти у всех. Так, что тут? Кого-то цепляет, вообще никого. Ладно, давайте. Выносить их. Надо раздамажить и добирать. Так, а вот этого 67%. Может, доберешь его? Хорошо. Так, я не могу ей куда-то убежать. Давайте тех надо, которые прям близко ко мне стоят, слить. Блядь, я хуйню сделал, не в того нажал. Здесь надо забафаться теперь. Так, а вот этим его можно. Давайте его, блядь. Уебал, что я в куче стою. Сейчас меня будут стрелять со всех сторон просто. Но я его хочу успел, это главное. Не должен дам еще люты проходить. Попадет. А, ну вот и граната пошла, блядь. О чем я и говорил, тварь, блядь. А, ну. На, нахуй. Ответочку. Только полный, давай, добирай вот этого типа, который стреляет на подавление, давай, на цепь. Не, можно кого-то другого? Вот этого забираем. Второго форста, это еще и граната кидает. Так, минус. Снайпер. Жалко, без кровотечения, сейчас бы забрал. Так, давайте. I'm warning you. И перемещение. Поставим на наблюдение. Так, а по зачистке что, я никого не убиваю здесь. Эфочку можешь кинуть. Нет, это я на босса ставлю. Давайте вот этого добираем, потому что... Быстрый дамедж нанесет нам это, но... Этого тоже добираем. По идее, они должны двигаться. Полило всех. Чё, так, полет, смотри. Реально, полет во всех. Сильное ранение получила, блядь. Это вообще не кстати. Еще. Хорош. Может еще? Хватит ему. Да, конечно, то, что сильное ранение, это мега хуёво. Во-первых, давайте хилим себя. Давайте поставим наблюдалово. Alright! Help! Over here! Да. Oh, God!
Блять, а получится ранение, что интересно. Of course. That's right. Идеально, по сути, вообще идеально просто получилось. Так, смотрим, давай купоны лечим. Ебать, это получилось сильное ранение. God, help me. Лечил, короче. Please. Gotcha. Gotcha, давай. Losing blood. Так, еще раз лечимся. God, help me. Так, еще раз. God, help me. Please. Call a doctor. Ну, типа, лечение не увеличивается со скиллом. I'm dying here. Лечение будет. Все, поехали. Да, конечно, блядь, гангстеры сильные, так-то пиздец, 53%. Опять появился с боссом, блядь, в одной комнате. That's enough. Пиздец, как странно, на самом деле. Ой, правая рука сразу, да? А если я гранату ему закину? Все, к мало урона. Давайте правую руку сразу расставим. Очевидно. Сразу же правую руку надо хуярить. Быстрее его убьем, быстрее никто гранаты не будет скидать. Ой, два кровотока, все, он отъезжает. Инфосотка. Так, теперь что, она ходит, смена оружия, что делает? Просто убежал? Он есть, нравится. Так, этим забафаемся. Так, тут тоже снайпер, да? Наблюдение еще станет, да, очевидно. Попробуй наблюдение снять. Отлично. Снялось? Отлично. Вообще идеально получилось. Че? Грацию как вы стоите? Думаю. В принципе. Ну так, самое нормальное будет. Сейчас от кровотока отлетел. Идеально. Бегущий человек. Ну-ка. А, ну далеко не закинет, типа. Что я понял, давай тогда. Так. Забегущий человек. Что первый раз такую хуйню вижу. Бегущий человек. Бля, вот выхуй его, потому что она и так, по-моему, касание немного мне. Попадаюсь. Не забахнулся, это главное. Поэтому дамыч... Поэтому дамыч лютый не проходит. Это изи будет. Жалко, мне еще снайперский какой-то эпический уникальный нет, я бы тут вообще разваливал. Взять просто три врача в команду. И хуярить их просто дичайшим образом. Так, у него выстрел один. Давайте сюда. Не, давай тогда. Выбирай. Всё, надо туда не добегает. Ага. Окей. Броню ещё. Замедление. Отлично. Замедление это хорошо. Так, вот этого давайте убьем. Либо реально почти убил, охуеть. А, вот его. Сейчас раздамажим. Просто останется добрать. 72% снимаю. Да, два шота, конечно, это мало. 70. Ее почти убьет. Пойди. Выйти на руку, давай. Эх. 12 хп осталось, реально похуйнее. Доберешь ее? О, отлично, она ее добирает. Ну, видели, сколько шотов делает, это же пиздец. Хотя она под бафом, защита от пуль, а все равно столько шотов прилетело, но это на 60 урона. Это очень много. Причем что это пулемет, а не снайперская винтовка. Да, было бы тупо, если бы она сейчас если бы он с дробовиком. Я сейчас просто босса убил. Если она сейчас не убежит. Блин, что врач за деп получает.
Но она сейчас будет убегать, 100%. Она, да, гений. Вышла на типа, который ее сейчас ебнет с револьвера просто. Вот так. Я просто ее сейчас добью. Эй, лучше фуллоу забрал. Ага, забрал, блядь, проверяю. Давайте раздамажим побольше. Давай, добивай ее. Все. Минус босс. Все, все. Они для всего убегают. Бегущий человек. Беги. О! Смотрите, а у него паника не сработала. А как так? Я живу босса убил. Нихуя себе. А он... А я думал, они, когда у них паника, они даже не стреляют. Смотрите, а он выстрелил. Паскудник, блядь. Так, ну ты стрелять не можешь. По приколу. Так, давайте этого сюда передвинем. И добираем. Call a doc! Давайте наблюдение поставим на всякий, если он оттуда будет выбегать. Ждем, ждем. Вот тут пострелять можно 50%, конечно, потому что... That's right. Excellent. Of course. That's right. Good. 75 шансов вызвать отравление. Нихуя себе. Поворот. А в обмене не было этого. Вот, ну реально не было просто. Ебать, у нас почти сапога. Отряд очень много забирает. 105 пойлов. Малое здание. Нужно ли убежище? Бонус, бонус, да. Ну а кого я сейчас посажу? Я не могу никого. Ну только вот, вот это вот только что. Он все равно ловит. Акция ликвидирована. Так, я могу кого-то взять себе. Так, у меня получается сейчас здесь сидит Рок Камелуччи, да? А Нора Маккуин? Ура! Нет, меня интересует положение, нахер. А Нора Маккуин в другом убежище. Если честно, вообще смысл этих убежищ. Бонусы подручно. Пассивное получение боевого 2 от района плюс 2. Ну что это за, блядь? Минус 1%. Блядь, понимаю, там 30% доход. Был бы, конечно, смысл был бы тогда. Мне просто его проще его уволить. Два средних еще здесь есть. Реально, проще было бы уволить его и все. Кстати, винтовка, по-моему, хуже, чем которую я сейчас выбил. 35-56, 31-50, 53-59, 57, ну тут 17, а тут 14. 10 кровотечения, а тут 75 отравления. Еще инициативу дает. Ну да, это получше, конечно, будет получаться. Еще инициатива 80 получается. Но он low rank. Его можно уволить, и норма win. Слушайте, если я двоих их кикну, я могу взять, ну, двух врачей. Было бы идеально, в принципе, или стрелка. Hey, sweetheart! Ну, стрелок, конечно, что-то мне не нравится. Во-первых, у него перки говно. Либо всех. Ну, вот это хорошая штука. Остальные перки, честно говоря, ну, шляпа.
все врача. Hi. Перки намного лучше. Во-первых, точно хирургическое кровотечение вызвать может. Хилит. А здесь может быть еще один выстрел при наблюдении произвести. Либо баф на 2 раунда. И тут, естественно, смотрите, цель получает 1 очко действия и 100 очков здоровья на 2 раунда. Ну это вообще пиздец. Плюс то, что у него точно с 90. Эй! А если я их уволю, я не по бабкам и не обосрусь ли? Что-то я вот не знаю насчет этого. Я могу сейчас еще в любом случае одного набрать. Я не знаю, когда они сидят в... здесь на... Ой, я еще и какого-то... Сайвин Мок нашел. Отлично. Меня очень интересует то, что... Кстати, давайте посмотрим, теперь появляется у этих... Хотя обменять... Нет. Ничего у них не появляется. Видимо, снайперку можно выбить... Хорошее только когда воюешь с боссом. Да. Так, кстати, что по алкоголю? Давайте чекнем по-быстрому. Так, нам надо виски, 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 виски. У нас в минус идет. Первый сорт. Если я переключу, будет не хватать. Пойло надо избавиться, у нас пойло очень много производится. И обычный плюс 14, блин. Вот. Даже смысла не думаю, что переключать. Все, так, вот здесь уже 20 плюс, когда идет. Тут поинтереснее, так, обычный здесь рынок на пирсе 15 дней. Здесь элитный 20 дней, да, то есть можно смело на виски переключить и в плюсик он будет нормалек. Так, коммерческий склад, первый сорт. Так, здесь улучшение идет коммерческого склада, пойла, центр, идет улучшение, первый сорт 38. А, 26, блядь. Переключу, в минус будет. Так, обычный уже у меня не хуёвым плюсе. Чё, когда здесь, а, 0 дней, вот, смотрите, сейчас, то есть вот... Депо в Брайтоне, склад качества, выпивки улучшено, качество выпивки улучшено. Сейчас тут чуть подождать надо. Короче, надо сделать так, чтобы у меня везде были в плюсе, как бы даже немножко был излишек, но максимум упор надо на виски делать. Сами видели, какие суммы можно зарабатывать на этом. Элитный. Это я могу переключить на виски, но у меня тогда элитный будет в жопе. Первый сорт. Обычный пойл. Так, ну давайте с пойлом разберемся. Ну, пока никак не наебать систему. Пока вот здесь. Так, Так, перевозка их хранения. Улучшаем. Центр коммерческий. Так, здесь у нас все главное четко, да? Северный гараж тоже улучшаем. Подсобные. Не знаю, номер один. А, магазин, так, это что? Гараж на пирсе. Улучшаем производство. Центр. Улучшаем. Так, склад металлоконструкций. Так, магазин двигателей.
Норм. Хранилище. Ага, качество выпуска можно улучшить. Склад в Брайтоне. Здесь что не переключить. Здесь что не улучшить. Все тут... Все уже на улучшении, так сказать. Прокачивать на максимум, я думаю, есть смысл. Почему? Потому что потом в случае необходимости можно переключить на любой тип, просто на алкоголя и производить то, что надо. Я думаю, дальше нету смысла вот эти... Все, да, вот эти 18, когда у меня он по 80 производится. Осталось чуть подождать, сейчас спойла на обычного переключу, с обычного на первый сорт, и потом до виски так и дойдем. Так. Думаю, ну все, уже в следующей серии продолжу я. Продолжу я что? Gotcha. Давайте для прикола вот это захватим. Два больших, ну два средних здания. Мелкать ничего не знаю. Можно маленькие подбарок и казино. Сейчас добью уже в этой серии вот этот райончик. По идее, еще должен быть вообще моим уже. Я не знаю, почему до сих пор он никак не мой числится. Это тупо как-то, если честно. 77%. Бля, мне кто-то там покоцаны очень сильно есть. And that's right. Excellent. Of course. That's right. Yeah. Good. That's how it's done. Средний. Так, раз это средний. Gotcha. Ага. Так, хотят 100 первого сорта, да? Пожалуйста. За ваши бабки любой кофе. Help. Так, over here. You got it. Yeah, great. Я себе. Значит, получается, эти вражеские боссы все-таки убивают этих нейтральные группировки, так сказать. I'm fading, boss! Без 222, кстати. Первого сорта можно еще заключить с кем-нибудь сделку. Или может не стоит этого делать. Этим теперь бежим. Конечно. Так, производство улучшено, производство улучшено. This is good. 125 в неделю. 6 месяцев. Нет. Мерда! Зачем? Если я знаю, где их база находится, я просто приду и убью ее. Правильно? Конечно, правильно. Производство улучшается, качество. Пивки. А где это коммерческий склад? Качество выпивки, давайте найдем. Коммерческое предприятие, коммерческий... коммерческий склад. Вот он. Пойло. Обычный. Так, пойло еще есть здесь. 3 дня. Так, надо добить в этой серии побыстрее. Ой. Захват автоматически, я думаю, тут мы разберемся по бурам. That's right. Excellent. Of course. That's right. Yeah. Good. Я охуенный броник нашел, я охуенную аптечку просто в рандомном складе тоже казино сделаем. Let's make some moolah, boys. Нихуя себе, да? Я, блядь, в таком бегаю. Нора Маккуин, нахуй ты нужна? Вот. Так, ну у нее за счет набора оружейного точность хорошая. Так, то у нее точность дерьмо. Если я уберу ее, да? 77, нет, так дело не пойдет. Отдаем ей набор. К сожалению, без брони ты бегаешь. Так, у него правительственный. Правительственный. Даже снайпер. Так, она вот пулеметчик. Он у нас подставляется. Давайте ей полицейский отдадим. А у нее с пластинами на троечку, да? На 4 у нас нету позиции, нет, к сожалению, нет. Но есть на хп 30%, блядь. Ну нет, я оставлю броню. Кстати, у нее пистолет такой прикольный, может с пистолетом побегать, может она с пистолетом даже лучше исполняет, не знаем. А рядом другие. Так, ну что? А, у нас... Ага, нихуя себе, так они мне что, войну объявили, вот сейчас у нас шли. Шулеры, Салтес. Ну ладно.
Это означает что? Это означает, что этот район будет мой. Чё, дураки вообще объявлять мне войну? Вы видели, блять, мою мощь военную? Ну не военную, а боевую. Не раз... That's right. Excellent. Знаю, of course. That's right. Yeah. Good. Точно, но слабее меня. Get a load of these вообще не адекватно. Давайте пока есть All такая right. возможность рядом под шумок. Вот и убежище Салтаса нашел. Зачем мне, да, вот реально так-то эту хуйней заниматься? Что воевать, вот тут, блядь, эти пивоварни мелкие захватывать. Я же уже не на том уровне, надо сразу зайти босса валить. Думаю, сейчас после этого здания, думаю, уже в следующей серии That's right. Excellent. Of course. That's right. Get a load of these, bro. Потом я решил почему-то войну объявить. Удачи нам. Поэтому, друзья, Call a doctor. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрите.